Сергей и Александр, жители деревни Правдина, недалеко от Херсона, не были готовы к тому, что они будут помогать выкапывать из огорода этого разбомбленного дома. Короче, 5 людей, 2 без черепа, а у 6-го вообще полтела не было, собаки, они лежали месяц тут на городе, ну и собаки их растягали. Криміналіст знайшов у троїх на руках вірьовки на запасі. Їх як убили. Вони тут їх вже і собаки тягали. Коли я їх знав, хлопці всі були адекватні, нормальні хлопці, ну, роботяги, ну. Що так, ну я. Полиция эксгумировала тела. Этим делом занимается прокуратура Украины. Массовые казни приравниваются к военным преступлениям, и Евросоюз призвал специальный трибунал расследовать действия России в Украине. Александр говорит, что в могиле мог быть и он. 35-летнего мужчину дважды забирали российские военные. Его обвиняли в том, что он предоставил украинским войскам информацию, которая в конечном итоге помогла им вернуть эту землю. Александра продержали в заключении 8 суток. Допрашивали, избивали. Испытал он и худшее. Они приподняли нам мешки, говорят, ну вот с каждым укропом так будет. Ну, нас 3 человека вывели, и троих, ну, доказано были, что они служили УТО. Ну, их расстреляли. Правдино вместе с другими селами в окрестностях Херсона было освобождено после 8 месяцев российской оккупации. Отходя, россияне взорвали электростанции. Александр до сих пор не оправился от шока, но говорит, то, через что ему пришлось пройти, только усиливает его стремление быть на этой стороне битвы. Честно, с каждым Божьим днем я вот больше себя считаю украинцем, и я их буду отсюда гонять.